Дорогие почтальоны, ну, во-первых, разрешите вас поблагодарить за тот героический, не побоюсь этого слова, тяжелый труд, который вы осуществляете. Он, в первую очередь, я думаю, помогает жителям ваших сил, помогает решать целый спектр вопросов, ну и в том числе нести им информацию, да, полезную и интересную, в том числе и с помощью нашей газеты. И за это вам огромное спасибо и от жителей, и от нас, короче, потому что от вашей работы зависит очень многое, как будет жить и существовать наша газета. Вот. Ну и хотелось бы пожелать вам и в дальнейшем такого хорошего, ударного труда, да, чтобы подписка росла не только на нашу газету, а чтобы на все газеты росла подписка, чтобы увеличивались у вас продажи. Вот. Ну, в общем, спасибо вам огромное. Поздравляю вас с заслуженной победой и разрешите вручить вам скромные подарки. Спасибо. 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 Будем стараться. И благодарность обязательно. Спасибо вам огромное. При подведении итогов конкурса самыми активными почтальонами, перевыполнившими план по подписке, стали Корниенко Любовь Николаевна из села Греко-Тимофеевки, Кучеренко Елена Павловна из села Кульбаково, Приходько Галина Викторовна из села Малокирсановки. Призы предоставлены сетью магазинов «Золото и серебро».